Приветствую любителей этого интересного. Сейчас я хочу провести эксперимент, который даст возможность сделать выводы, как меняется интенсивность электромагнитного поля, излучаемого катушкой металлодетектора XP-Deus при переключении таких его параметров, как частота работы и тока в катушке 3X-Power. Вот, собственно, элементарная экспериментальная установка. В качестве датчика поля используем несколько витков медного неэкранированного провода, который подключается к выводам тестера на пределе измерения 2 вольта переменного тока. Давайте смотреть, что из этого получится. Включаем прибор, смотрим, пока в катушке ничего нет, что естественно. Включаем наш металлодетектор. Так, вот сразу пошли показания. Так, убираем. Звук он нам не нужен. Смотрим в меню, что у нас. Чувствительности нам не надо. Зачем нам мучить прибор в условиях квартиры? Выбираем чувствительность. Смотрим TX Power 2. Ну, начнем с того, что мы посмотрим, что делается на частоте работы 4 кГц. Меняем частоту. Установим 4 кГц. Как известно, мы не можем на этой частоте менять TX. Она всегда TX3. Смотрим и запоминаем. Показания прибора 12 мА. Это частота работы 4 кГц TX3. Меняем частоту на следующую. И смотрим. Значит, надо посмотреть нам, на какой мы сейчас TX. Для этого заходим в экспертное меню. TX Power 2 предустановлено. И вот начнем с единички. Сейчас частота работы 8 кГц, TX 1. Увеличиваем TX. Смотрим, как меняется интенсивность поля. Возрастает, это естественно. Вот TX 3 показания. Так. Идем дальше. Меняем. Ой, проскочили мы частоту. Сейчас мы снова пролистаем. Включаем 12 кГц. Опять-таки идем смотреть на TX. 12 кГц TX1. Замечаем. Теперь TX2. Теперь TX3. Меняем частоту 18 кГц. Идем переключать TX Power. Так, TX1 18 кГц. Видим показания датчика поля. Меняем TX2, возрастает интенсивность поля, и TX3. Теперь проведем другой эксперимент, который позволит сделать выводы, что происходит, когда мы отстраиваемся от помех, сдвигая частоту вверх или вниз. Для этого мы сейчас посмотрим. Итак, у нас TX2. Давайте поставим TX2. Это среднее значение. Сейчас частота 18. Заходим в экспертное меню. Предустановленная частота. Сдвигаем ее вниз, в минус. Увидели, что произошло с показанием датчика поля. Возвращаемся. Теперь мы сдвигаем частоту вверх. Вот что происходит.
Интересное. Так, прошу заметить, что тут катушка на некотором расстоянии. Для чего картонная коробка применяется? А, пустая. Я потом покажу еще один ролик. Там будет немножко по-другому все это, если датчик поля закреплен в непосредственной близости от катушки. Так, выходим. Меняем частоту на 12. Смотрим показания поля, если у нас предустановлено значение частоты. Уменьшаем его. Вот что происходит. Интенсивность поля у нас немножко уменьшилась. Возвращаемся. Увеличиваем частоту, сдвигаем ее вверх. Смотрим, видите, как меняются показания датчика поля. Снова возвращаемся на предустановленную. Вот такие интересные пироги. Теперь, что происходит на 8 кГц, смотрим при отстройке от помехи. Текс вниз сдвигаем. Вот как поле у нас меняется. Вернулись. Сдвигаем вверх частоту. Вот так вот. Ну вот. Эти показания мы можем проанализировать, и каждый сможет сделать логические выводы, как быть в поле в разных условиях, куда лучше переключить эти два параметра. Спасибо за внимание.